МИДы Армении и Азербайджана согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боев на Горном Карабахе. Об этом заявила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Накануне с таким предложением выступил президент Владимир Путин. Но пока большие политики решают судьбу Нагорного Карабаха, обычные жители курорта вышли на митинг в поддержку Армении и Арцаха. «За мир, нет войне». С такими лозунгами в Анапе состоялся массовый митинг в поддержку Нагорного Карабаха. Дорогие братья, сегодня все общины края, вся мировая диаспора включены в большую работу помощи Арцаху. Анапская община, все вы в том числе, отправили массу средств помощи исторической родине. Мы намерены не останавливать этот процесс, чтобы наконец-то обозначить границы исторической нашей родины. На территории Армянской апостольской церкви собрались сотни жителей курорта, среди которых армяне, русские, греки и не только. Они в своих выступлениях заявили о поддержке проживающих в Армении и Арцахе местных жителей и военнослужащих. Для ветеранов боевых действий, которые прошли горячие точки, все это имеет отношение. Мы, как люди неравнодушные, понимаем, что война – это самое отвратительное и самое ужасное явление на земле. Мы пришли поддержать и, конечно, сделать обращение для того, чтобы воцарился мир. Нельзя допустить, чтобы гибли люди, гибло население и, самое главное, чтобы не гибли дети. Выступавшие также осудили военные действия Азербайджана на границе Арцаха и призвали к миру. Хотелось бы, конечно, мира. Ни один христианский народ никогда не был кровожадным, никогда не пытался воевать и никогда... Наша вера не допускала этого, поэтому хочется мира, действительно. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.